Здрасте. Окс Илья, 29 лет. Закончил «Щуку», работаю в театре около дома Станиславского. Спасибо. Сколько это будет продолжаться, Митя? Тебе надо лечить, понимаешь? Это игровая зависимость, лудомания. Тут поможет только врач. Не говори чушь. Я могу бросить в любой момент. Просто сейчас я хочу отыграться. Отыграться? Это неверное слово. Ты снова должен денег, ведь так? Сколько? 10 кусков. Можешь одолжить? Одолжить? Ты сегодня забыл русский язык. Одолжить, как будто собираешься возвращать мне все эти деньги. Лара, ты не обязан. Прости, я пойду. Лучше так будет. Шантажист, я дам последний раз, но больше не приходи ко мне. Вообще никогда не хочу быть твоей сестрой, не хочу постоянно чувствовать ответственность за тебя. Ты взрослая, я должна строить свою жизнь, к сожалению.